В ЗАГСах Красноярска новогодний бум. Уже сейчас 30 пар хотят связать себя семейными узами 31 декабря. Хотя обычно желающих не больше 5-7 молодоженов. В дворце бракосочетаний говорят, возможная причина – грядущий високосный год или так молодые хотят быть оригинальными. В ЗАГСах пообещали, этот день для пар сделают незабываемым. Поставят елки, украсят все гирляндами, а музыканты во время первого танца молодоженов будут играть новогодние мелодии.